Прошу, не стесняйся. Все из лучших ингредиентов. У меня самые низкие цены. Правильный выбор. Я тут. Мне пора. С бабами. Занять места! Не толкайся, Бьёрнсон! Я слежу! Нехорошо! Равенство голосов! В первый раз такое! Есть еще высокий. Пусть он тоже проголосует. Молодец, Фроди! Высокий, если голосуешь за лес, сядь у сена. Если за реку, у мешков с бабами. А! Ну, высокий! Лес, места возле сена. Река, места возле мешков с бобами. А! О! Ну, высокий! Лес, места возле сена. Река, места возле мешков с бобами. Что ж, решено. Завтра мы с вами будем играть у реки. Да. Так, теперь следующий вопрос. Нашему отряду нужно название. Выбираем. Бойцы за пирог или драконы тени. Кто за бойцов за пирог, садитесь у сена. Кто за драконов тени, у мешков с бобами. Занять места! Высокий, ты тоже, чтобы не было равенства голосов. Равенство голосов. Пока что. Высокий, помоги нам снова. Решено. С этого дня мы с вами драконы тени. Очень подходит будущим воинам. Следующий вопрос. Что будем делать, если схватим воина пиктов? Хотите побить его? Садитесь возле сена. Хотите взять в плен? Возле мешков с бобами. Вперед! Равенство голосов. Пока что. Высокий, помоги нам снова. Решение Альтинга. Мы возьмем врага в плен для допроса. Те, кто отдал за это свой голос, получат знак мудрости. И ты, высокий. Помните, чем больше вам известно о враге, тем лучше. Используйте любую возможность что-нибудь о нем разузнать. Фроди, тебе следует записать эти мудрые слова. Спасибо, высокий. Хорошее поколение подрастает. С Ноттингемшир в надежных руках. Thank you.
Покажи, что там впереди. Видно, еще не дорос до наших игр. Освещать бушующее пламя. Когда Хемтерпу вновь будет грозить опасность, кто нас защитит? Вилли? Не думаю. Эйвор. Дрэнк. Спасибо, что пришла, Сунева. При виде старых друзей сразу легче на сердце. Мы прибыли сразу же. С дарами для ярла Хеминга. Поминки продлятся несколько дней. Скоро ли мы начнем? Погребальный костер почти готов. Всем гостям нашлось место. Еще немного, и можно будет начинать. Хорошо. Ты молодец, Трюга. Я поклялся ярлу Хемингу в вечной верности и сделал бы для него все. Альтинг нужно созвать через неделю после похорон. Тены этого Шира назовут Вильярлом нашего клана. Если, конечно, смогут оправиться после недели пьянства и слез. Похороны будут славные. С холма отец сможет смотреть на свои земли. А пламя костра будет видно по всему Ширу. Отлично, Трюга.
Хемби. Это было его любимое место. Думаю, пора начинать. Я присмотрю за гостями. Я избавлю тебя от них позже, когда мед наконец ударит им в головы. Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе. Трюгви крепче скалы. Пока он здесь, в Хемторпе будет царить мир. Он славный. Эйвор, я покину тебя ненадолго. Хочу забрать кое-что для отца. Подарок. Когда ты успел сделать погребальный дар? Я хотел отдать его отцу еще при жизни. Это невероятная вещь. Я принесла дар от клана Ворона. Он лежит в башне на другой стороне Хемторпа. Спасибо тебе. Буду рад его увидеть. Я хочу взглянуть на дар. Он должен быть достоин ярла Хеминга. Эйвор, у тебя тяжелый взгляд. Что тебя тревожит? Перед смертью Хеминг хотел услышать мой совет. Спрашивал, кому следует возглавить его клан. Это будет Вилли, разве нет? Так гласит обычай, да. Трюгве просил меня помочь Вельве с погребальными жертвами. Может, стоит посоветоваться с ней? Хорошая мысль, но я пойду к ней один. Расставь у деревни дозорных. Пусть поминки пройдут спокойно. Может ли Вилли занять место ярла Хеминга? Править с нами? Máttu aldrei ábyrgjaski manni, eins og hún mamma sagði. Ты брат волка, ворон битвы, и слава твоя растет подобно молодой луне. Я не в силах сделать выбор, о котором просил Хеминг. Можешь дать мне совет? Нужно принести жертву. Зарезать овец у спящего йотуна, прежде чем зажгут костер. Идем! Мне
helst fara á enn áhyggjast er dálust rekkjumann. Benni Freys. Má vera að degfinni hana. Hún er algömul og kæn. Hún á 3, 10 og 8 vetra. Segir hún ótrúlega að hún verði svo göng. Já, já. Beigðum nú eigi gullin borsta að sá. Идите за мной. Вы послужите богам и упросите их принять нашего ярла Хеминга с полной чашей. Тебе ведомо будущее? То, что еще не свершилось? Я вижу то, что нужно и когда нужно. Великий дар. Тяжкое бремя. Ярл Хеминг просил у тебя совета, чтобы облегчить душу. Просил, и нередко. Но часто его беды лишь умножались. Он беспокоился о будущем клана. О том, кто станет ярлом. Меньше слов. Не то к нам слетятся злые духи. Как скажешь. Вельва, я... Ты тревожишься. Твой ум затуманен. Тебе мало одних лишь добрых знамений. Мне нужна мудрость богов. Ты хочешь знать, кто станет хорошим ярлом? Верно. Сложно выбрать между Вилли и Трюгве. Мы стоим в тени великана, древнего хранителя тайн. Здесь ты найдешь источник его мудрости. Поднимись на спящего Йотуна и спей воды. Жди на вершине и не старайся найти ответы. Они придут к тебе сами. Чтобы найти ответы, мне нужно очистить свой разум. Хеминг, это и правда ты? Не я сам, а лишь мой дух. Почему ты не в зале Одина? Всему свое время. Я поднимусь в зал избранных всеотцом вместе с дымом моего погребального костра.
Я рад видеть тебя снова, Ярл, но не знаю, как исполнить твою просьбу. Преемника выбрать непросто. Один любим народом, но не хочет править. Другой не снискал признания, но справится лучше. Эйвор, при жизни я сказал все, что мог. Посему и в смерти не скажу больше. Забудь о мудрых доводах рассудка. Что говорит твое сердце? Оно остановилось и смолкло. Хеминг, это не мое решение. Его должен был принять ты, тот, кто вел клан. Как Сигурд ведет твой. Но это не умолило твоей жажды славы, и ты мечтаешь занять его место во главе клана. Я не хочу сменять Сигурда. Норны уже сплели наши судьбы. Мы лишь следуем предначертанному. Ты ждешь этого. С нетерпением. Так что, мне пойти против судьбы? Отказаться от пути славы? Нет, лучше умереть, защищая этот путь. Thank you.
растительность притупила твой клинок. Вождям сомнения не к лицу. Ведро принесли, как не я. Прислушайся к моим словам. Меня, Хеминг. Я ведь не хотел. Не жалей, Эйвор. Благодаря тебе я все же пал славной смертью в бою. Старый лис, так вот зачем ты меня разозлил? Всеотец пришел, чтобы увести меня в свой зал. Мне пора за ним. Любой твой выбор будет верным. Возмутительно! Все мы горько скорбим по ярлу Хемингу. Празднично. Слишком. И слишком рано. Пожар, драки, и все гости уже пьяны. Тьфу, это чересчур. Хэмторп может загореться раньше костра. Боги! Неужто я подвел ярла? Ладно, Трюга. Я утихомирю буянов. Что этот Сакс сотворил? Как он смеет оскорблять нашу культуру? Попадется мне в руки, ему не жить. Это еще за водка. Бесценный дар, достойный ярла. Поспеши, а то вся сгорит. Нет, пожар! Моя водка сгорит же! Thank you.
Если это твоя водка, то я спас ее прямо из пламени. Стерпел жар Сурта, да. Этот крепкий напиток русы в Киеве варят из зерна. Налей себе чашу. Немного выпить точно не помешает. Берегись. От водки пьянеешь быстро. Крысёныш! Что здесь происходит? Как ты посмел омыть Хеминга своей жижей? Я задал тебе вопрос. Там в доме прячется Сакс. Глупец, который хочет отправить Хеминга в их рай, а не в Вальгалу. И теперь дрожит от страха за дверью! Так лучше для его бессмертной души! Сейчас сам проверишь, как лучше! Эй, успокойтесь, я поговорю с ним. Узнаю, что он затеял. Тащи эту тварь сюда! Боже мой! Люди снаружи злы на тебя. За что? Я сделал все как надо. Лучше выйди на улицу сам, пока еще можешь ходить. Да, да, я пойду. Только не бей меня. Вон там лежит ключ. Открой дверь, и я выйду вслед за тобой. У тебя есть ключ? Открой дверь. Эту тварь сюда! Ты поплатишься, осквернитель! Довольно. Пусть он сам все объяснит. Клянусь, клянусь, я любил Хеминга! Хотел отправить его душу в Царство Божие! И облить его тело мерзкой водой? Она в святой воде христиан? Конечно! Я окропил его во имя Господа! Закройте рты, вы оба. Ваша склока неуместна. Вступайте. Стань моими глазами. И пройцу! Видела этого жалкого плаксу с петухами? Вот позорище. Благодарю, Тор, за спасение.
Протрезвеешь, держись подальше от петухов. Хоть какой-то порядок. Теперь надо сообщить друга. Мне удалось успокоить гостей, насколько возможно. Они скорбят. Неудивительно. Спасибо. А как насчет тебя, старый друг? Пожалуй, скорблю больше других. Уверен, Хеминг гордился бы тобой. И всем, что ты для него сделал. Надеюсь. Трюга, боль пройдет. Дай лишь время. Да, пройдет. Интересно, какой чудесный щит, судя. Гуннар не растерял свои сноровки. Вот дар от клана Ворона. Замечательный щит. Хорош, но чего-то не хватает. Такого, что говорило бы о твоем отце. Думаю, нужен знак на лицевой стороне, но понадобится мастер. В деревне такой есть? Я знаю одного. Изгнанник, но хороший мастер. Живет в пещере к северо-западу от Хемторпа. Проводил бы тебя сам, но мне нужно вернуть Избьорн. Избьорн? Копье твоего отца? Он не бился им в Вулкенторпе? Нет, потерял копье на охоте пару зим назад. Оно застряло в боку медведя, и зверь сбежал. И ты все равно надеешься найти копье до похорон? Давай признаем, шансов у тебя немного. Не бойся, друг. Чутье меня не подведет. Лучше отнеси свой щит изгою. Языческую тварь! Лица не вышло. Видимо, устроили засаду. Убили жестоко, кроваво. Разбойники. Отомстил за тебя, друг мой. Изгнанник должен жить здесь.
Изгнанник явно ценит одиночество, раз живет в такой норе. Тебя нелегко отыскать. Ярл Хеминг мертв. Говорят, ты мастер своего дела. Мне нужно нанести на щит рисунок в память о жизни и смерти Ярла. Камни. Рука и дух Ярла Хеминга были крепки. Можешь ли ты похвастать тем же? Как ему окрепнуть в такой час? Ярл Хеминг никогда не колебался. Да, его дух всегда был крепок и велик. Ты так и не дал мне ответ. Согласен ли сделать рисунок? Скажи, кем он был для тебя? Вождем, который хотел защитить свой клан от врагов и прославить его. Знак Вегвизир. Чтобы не сбиться с пути. Это твое решение? Да, вот мой выбор. Сейчас я начну. Привело тебя сюда? Судьба. Меня приговорили к смерти за убийство. Но суд не был справедлив. Ярл Хеминг хотел оставить мне жизнь, а селяне отнять ее. Изгнание и слепота. Плата за жизнь. Спасибо тебе. Ярлом станет его сын? Это решать самому Вилли. Нет, не Вилли. Судьба уже все решила. Завтра Альтинг. Нам нужно будет выбрать Ярла. Мне следует обсудить это с Суневой.
Ты поговорил с Вельвой? На твои вопросы ответили? На некоторые, да. На другие я отвечу сам. Как думаешь, Вилли найдется место в нашем поселении? Он сказал, что хочет жить вместе с нами. Разве он не станет ярлом этого Шира? Сложно сказать. Есть и те, кто хочет видеть на этом месте Трюгве. Эйвор, Трюгве не хочет власти. Чувство долга зовет его умереть вслед за господином. Ни в коем случае. Отец не дозволил бы такой глупости. Как еще мне почтить своего ярла? Мое время прошло, будущее в твоих руках, Вилли. Костер лишь для моего отца. Ты должен жить. Я запрещаю тебе бросаться в пламя. Не допущу, чтоб ты жертвовал собой. Это запрет старого друга Вилли или нового ярла? Человека, который хочет, чтобы ты одумался. Вилли, Трюгве. В обоих жива часть духа Хеминга. Но оба боятся занять его место. К чему терпеть столь нерешительных людей и держаться в стороне? Ты можешь захватить Шир. Он не мой по праву. Дом, где ты спишь, вершина, что ты покоряешь, серебро, что ты берешь, все они твои. Какой толк от твоей сдержанности? С Ноттингем Шир достоин славного ярла. Того, кому можно доверять. Вилли любим людьми Шира, но не готов стать их вождем. Он может научиться, но захочет ли? А Трюгве, он крепок духом, мудрый, верен наследию ярла Хеминга. Может, даже слишком. Но с годами жажда жизни оставила его. За ним не пойдут люди. Ты не можешь! Я не позволю! Я не прошу у тебя разрешения, лишь прощения. Боги, Эйвор, останови этого глупца! Трюгве, такое решение дорого обойдется. Всему Ширу тяжко будет без тебя. Но у меня никого не осталось. Смысл моей жизни на том костре. Ты не прав. Когда люди просили отца о помощи, кому он обращался за советом? Ярл Хеминг был моей скалой, и все решения он принимал сам. Будь Хеминг жив, разве он не сказал бы, что твоя мудрость нужна народу Шира? Ты поклялся умереть вместе с ярлом? Или служить тому, во что он верил? Я буду жить. Ты мудр, Эйвор. Мудрее, чем мне казалось.
Эйвор! Сунева! Дозорные заметили пиктов в чаще. Вилли погнался за ними. Жаль, что палка меня не разбудила. Куда он пошел? Поднимем остальных. Кто знает, сколько там пиктов? Я и сам с ними справлюсь. Где они? Рядом. Я покажу. Ярость поглотила его без остатка, Эйвор. Весь этот гнев и печаль выплеснулись наружу. Палка никогда не умел сдерживать свои чувства. Это должно было случиться. Мне стоило быть внимательнее. Не вини себя, Дрэнг. Я всегда приглядывал за ним. В детстве, да и сейчас тоже. Пусть Вилли выпустит боль, что накопилось внутри. Но я хочу убедиться, что он не попадет в беду. Слава Одину, что палку оберегаешь ты, брат Волка. Ради семьи я сделаю все, Сунева. Без лишних вопросов. И ради тебя тоже. И ради любого из клана Ворона. Мы знаем, Дрэнг. Потому и верны тебе. Вот, Эйвор. Отсюда Вилли погнался за врагом, увидев, как убили лазутчика. Я вернусь в Хэмторп и прослежу, чтобы наши люди были наготове. Прошу, будь осторожен, Дрэнг. Сейчас. Стой, Вилли!
Стой, Вилли. Все. Они мертвы. Ха. Я видел петухов по бойче. Как ни странно, я тоже. Что это за звук? Гром? Шаги. Нужно отступать. Со мной. Быстрее! Будешь болтать, когда мы выберемся отсюда живыми.
Там идут! Клянусь молотом Тора, сердце забилось быстрее. Отвага и глупость, точно как в юности. Помнишь остров к северу от Ставангра? Помню. С берсерками к Йотве Жестокого. Здоровенные тролли с пеной на губах. Мы смеялись над ними с деревьев. Ха-ха. Помнишь того, что надрался? И бегал голый. Пока искал нас, яйца отморозил. А потом воспылал страстью к сугробу.